Нашла. Снимается все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. У него голограмма. В нем стоит, да? Или рядом, или в биороботе, где? Она, она перед ним. Перед, перед ним, Хар. тонкая копия. Мы поднимем вместе? Да. Хорошо, защищаем его физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Аркадия в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Аркадия поднимайся в комнате диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Аркадия. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Почиститься хочу. Сейчас все разберемся. Хорошо, я даю команду. На четыре эта голограмма отключается. Один, два, три. Полностью до последнего выходит из биополя Аркадия и идет в клетку тюрьму. Он говорит, что она мне всю душу вымотала. А сейчас мы узнаем, кто это. Все разберемся. Не беспокойтесь, Аркадий, вы уже здесь. Хорошо. Я даю команду на счет три скеннер сканирует пространство над головой Аркадия, под ногами. Сканирует все семь тонких тел Аркадия. Находит все. Спрут, дракон, гуманоид, голограмма. Килограмма гуманоида и без. Он кричит, я небес, я демон. Считай цифры над головой беса. 12. О, Вера, ну как ты могла обидеть? Это действительно демон. 12 герцовый. Хорошо, демон. Буду тебя демоном называть без проблем. Итак, давайте разбираться. Демон, сколько ты находился в этом биополе? Он еще возмущен, сейчас успокоится. Ох, успокоит тебя? У меня есть. Полтора года. Полтора года, хорошо. Откуда ты, гуманоид? Куда? Сем... Ута опять. Да что такое, у нас уже третий суты. Гуманоид, а что это у тебя за такая голограмма, которая действовала? У людей глаза стекленели, когда человек общался с ней. Что это? Как это вообще возможно? Объясни мне. Зеркалило. Она зеркалила. Она зеркалила. Отражала, отдавала мне энергии. То есть она еще и забирала энергию у людей? Забирала. Забирала. Ты знаешь, что это запрещено? Сканировала голограмма на происхождение души оппонента. Это будет иметь продолжение этого разговора сегодня. Сколько ты находился в биополе, когда ты зашел? Два года, четыре месяца земного исчисления. Понятно. Хорошо. Так, дракон. Какой у нас дракон? Синий или красный? Синий. Считай цифру дракона. 1800. Дракон, сколько ты находился в биополе в земном летоисчислении? 8 месяцев. Хорошо. Спрут, как долго ты был в этом биополе? 14 лет. Вау. Так ты долгожитель здесь, оказывается, 14 лет. Наверное, ни одно потомство вывел, да? Хлюпает он. Понятно. У тебя есть инкубатор внутри? и жидкость понятно хорошо так не будем терять времени переходим к реверсу энергии вы знаете где вы находитесь вы находитесь на чистке сейчас мы отдадим вам темные энергии заберем светлые энергии после в процессе я буду задавать вопросы потом будет проводиться рассинхронизация и чистка рассинхронизация и После этого проверка будет происходить. Несколько миллионов герц. Если кто-то случайно что-то забудет, существует опасность того, что он сгорит по каналам. Я этого никому не желаю, поэтому вытаскивайте все. Хорошо, начинаем. Я даю команду тонкой копии Аркадия спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. И все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Кумануэль, где находится эта планета или звезда Ута? В северной зоне. В серой зоне. А какая большая рядом находится большое созвездие из тех, которых мы на Земле знаем? Куда смотреть? Лира. Созвездие Лира. Понятно, хорошо. Это такое знаем. А что тебе дома не сидится? Что тебе на Землю понесло? Тебе там энергии не хватает? Или приключений не хватает? На Земле. Рано много душ. А, в этом плане. Понятно. Потенциально интересно для вашей цивилизации, да? В одном месте можно Скачать энергии с разных, с разных дух, произведенных в разных уголках да. галактик и галактики. Такая... Зачем У... бегать в разные стороны, если можно все собрать на планете Земля? Тоже как верно. Я делаю это отключился и сканирую своей голограммой. Хорошо, скажи мне, где неужели во Вселенной нет больше таких планет, как Земля, где различные души проходят свой опыт? Есть. Многие делают такие опыты. Понятно. То есть ты решился на Земле сконцентрировать все свое внимание. Понятно. Хорошо. Демон, скажи мне, на какую чистоту ты зашел? Что тебе так понравилось в ней? Что это было? В нем, в Аркаде. Какая-то чистота была, на какую ты зашел? Резкость. Резкость, хорошо. Это грубость, это словесно резкость, да? В суждениях резкость. Словесная. Словесная, в общении, понятно. Сквернословие. Сквернословие, хорошо. Демоны, тогда скажи мне сразу, есть ли лярвы в его биополе? Я так полагаю, должны быть с таким воздействием. Yes, Хочешь получить от меня после того, как все снимешь в конце сеанса? Хочу. Хорошо, дам тебе их. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы. И в порядке реверса Аркадий забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три, возвращает все свое себе обратно. У меня так голограмма. Голове Голограмма к голове подключена. Или была подключена? Подключена до сих пор. До никто сих... не убирал еще. Подключку. Я голограмму отправил в клетку тюрьму. Да, ну подключка осталась. Подключка осталась. Хорошо, значит от... отстигну. Они во всю жизнь записывались на память этой голограммы. Понятно. Потом они продают эти воспоминания за энергию. Не так ли, Гуманоид? Интересное кино. Мы встречали гуманоида, который подключился к человеку, который сидел, которому 90 лет, и она была в концентрационном лагере. И вот эти воспоминания вам были интересны. Мы и с таким встречались. Для тебя это, конечно, может быть интересно. Рейвер закончился. Хорошо. Начинаемся с прута. Спрут. Выходи, отсасывай всю свою жидкость, вытаскивай все свои подключки, ничего не забывай, докладывая готовности к проверке. На проверке я говорил, она будет несколько миллионов герц. Если кто-то забудет, сгорит в клетке. Приступай, Спрут. А ты на что зашел, Дракон? Что ты транслировал ему через свои платы? Сейчас, подожди, Спрут, спрут у нас в голове и в желтых-оранжевых да. чакрах. Живот и не из живота. Ага, вот как. Там ты посмотри. Там этой слизи его выращивал, там, как сказать, Потомство. высиживал. Потомство, да. Для этого ему место надо было. Обычно люди поправляются, поправляются очень быстро и имеют проблемы с этими органами. От их яда, я так говорю, и жидкости. По позвоночнику у него присоски сверху, а. вниз, к чакрам. Ну, он из него спрута, скорее всего, делал уже за 14 лет. Да, Спрут? Инкубатором использовал. Использовал чисто его как инкубатор. А как отражалось твое воздействие на него? Объясни мне, Спрут. Что он чувствовал? Где у него болело? спина, голова, живот расширялся. Понятно. Обычно после таких сеансов человек худеет на несколько килограмм сразу. Собрал он все. Хорошо. Так, синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью, возвращайся в клетку тюрьму. Итак, синий дракон, я тебя спрашиваю, на что ты зашел? Ты просто увидел энергии или тебе что-то понравилось в нем? Ну, показывает телевизор телевизор то что он смотрит нравится дракон тоже понятно понятно дракон значит это получается а что там за программы идут о чем насилие война или фильмы о любви спорт, или о му... спорт боевой да Нет, в, смысле... Не боевой. в смысле а хорошо это командный спорт или индивидуальный какой спорт тебе нравился или тебе просто весь спорт мне нравился? любой нравился так ты что вот я первый раз встречаю дракона, который интересуется спортом. Я встречал драконов интеллектуалов, которые интересовались литературой, музыкой и так далее. Пословицы собирали, некоторые даже, наши земные. А тебя интересует спорт. Интересно. Я даже не знал, что можно дракон зайти на интерес к спорту по телевизору. На тот момент он зашел, было связано что-то со спортом, он смотрел. Понятно. Хорошо, скажи, Дракон, а ваша цивилизация связана с телевизором как-то? Вы передаете, вы можете переходить через программы, которые транслируют какие-то... Можем, можем под эти волны подстраиваться. Подстраиваться, да. И именно Хорошо. под эти можем. Он все снял. Это волнение переживания, это волнение напряженности, это волнение вот этой энергии, да? которые возникают, когда ты спорт наблюдаешь. Переживания эти, да? Адреналин вырабатывает, которые... Хорош. Раш, хорошо. 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 Так. так, он все забрал. Хорошо. Гуманоиды выходить не надо. Гуманоид вытаскивай, отключай свою голограмму. Полностью отключается голограмма. Давай, приступай. До последнего проводочка. Мы полностью в голове. В голове подключи, синхронизировал. И ноги. К ногам тоже. Он вообще везде. И шрея у него по чакрам она соединена. Массивное воздействие. Готово. Хорошо, демон, твоя очередь. Выходи. Сначала отключай полностью все, что я оставил в его биополе. Приступай. И доложи мне, когда, как закончишь. Он говорит, что с этой голограммой почти места мне не оставили. В самом низу сидел он. Щиколотки, подошвы. Там у него одето что-то. А что там на подошвах? Как ботинки одеты, такие по щиколотке. Утяжелял его? Утяжелял. А за руки дергал, за веревки, за ноги? За руки не дергал. Хорошо, скажи мне, на какие эмоции ты его провоцировал? Крик, скандал или что еще там было? Он говорит, одышка у него. Он его Одыш. утяжелял и с него стекало все вниз. Понятно. Хороший ход. Интересно, да. Готово. Хорошо, демон, разрешайте забрать все лярвы, которые находятся в его биополе Аркадия. Приступай. Ничего не забывай. Где они находятся, Вера, ноги? Под коленками, на пояснице и на затылке у него ляра. Понятно, хорошо. Черные или серые? Черные. Черные это больше десяти лет. Хорошо, понятно. Значит, испытывал сильные боли все эти годы. Демон говорит, не обязательно 10 лет. 10 лет это если медленно. Можно и за год раскормить лярвочку, если хорошо поработать. Он собрал все, И съел. Хорошо, понятно. Хорошо, Давай, тогда переходим дальше. Все все забрали. Я даю команду на рассинхронизацию Аркадия. Синхронизация до 100%. Тима, на что ты будешь делать? Вот я тебя отправлю сейчас на твою чистоту. Ты пойдешь домой, зарядишься там энергиями. А какие у тебя дальнейшие планы? Есть они у тебя? Конечно, есть. Следующую жертву искать буду. Понятно. То есть ты выйдешь через портал какой-нибудь и будешь себе приглядывать нового кого-то, да? Да, так и есть. Полагаю, долго это времени не занимает найти подходящую жертву в нашем мире, да? Очень легко. Да, иначе бы у нас не было работы. Просто нас тоже много везде. Да вы действительно... Конкуренция большая. Вы и с космическими-то конкурируете, по идее. Но я знаю, что высокогерцовые демоны, они кооперирует с космическими цивилизациями от определенного уровня, от 40, там, 60 герц и так далее. Мы с такими встречались. синхронизация закончилась. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. Сканер сканирует и проводит контрольную проверку. Чисто. Хорошо. Подхожу к Аркадию, кладу руки на плечи, помогая моей энергии сделать импульс высокого вибрационного шока удара. И на счет три отсечь от себя все каналы к интерферентам и голограмме. Значит счет три. Один, два, три. Удар. Отлетает канал. Открывается портал в галактическое ядро. И канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Все прошли проверку. Значит, начинаю потихоньку отпускать. Так, Спрут, ты больше ни в это биополе никогда не зайдешь. Тебе это понятно? Ну, к этому понятно, да. Хорошо, еще один вопрос всем. Кто присутствует в квартире? Аркадия, где он живет, из вас? Если я кого-то второй раз найду, это будет уже не дружественный разговор. Сперва найди. Сперва найди. Хорошо. Я предупредил. Хорошо, Спрут, готов уходить? Готов. Открывается наверху портала против часовой стрелки на частоте спрута 1, 2, 3. И спрут забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрываем, опечатаем, растворяем. Переходим к красному дракону. Красный дракон, я хочу получить от тебя слово красного дракона, что ты больше не придешь в это пиополе и в его дом. Если ты там присутствуешь, в доме, собери все свои платы и уйди через порталы, которые пока открыты. Вполне да и возможно. Слово. Хорошо. Принимаю. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. И синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая. Растворяй. Готово. Хорошо. Демон, я тебя уже хотел, в принципе, отправлять, но Вера тебя бесом назвала, обидела. Я вот подумал, не отдать ли тебе весь эмоциональный негативные энергии, которые находятся в биополе Аркадия, в дорогу. Давай. И выходит эмоциональный фантом Аркадия. Один, два, три. Проецирует тебе все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низкоеобразованную эмоциональные энергии. злости, им же сгенерированная, проецируется на его эмоциональном фантоме. Ну вышел фантом. Много. Да, он такой серым цвет. Аркадий, выход. Готовы расстаться с этим фантомом негативным? Конечно, готов. Собираю все эти энергии в шар. Один, два, три и отправляю демону, как и обещал. На лето он я. Хорошо, демон, я полагаю, ты хочешь уходить, да? Отпускаю же. Да, больше не приходи в это биополе и в дом, ты понял? Услышал тебя. Услышал, хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. Один, два, три. Демон забирается, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушать. Приветствую Ой. еще раз, Лир, Лида. У меня здесь гуманоид ута. Э, созвездие Лира. Я узнал. Очень сильная голограмма стояла. Сидел два с половиной два года, четыре месяца. Ута э, находится в серой зоне. Серая зона, понятно. Он так и сказал, серая зона. Это не созвездие Лира. А как мне представить, где он находится? Это же не в сторону Ориона. Относительно Ариона. рядом, но это не созвездие Лира, как ты это говоришь. Он мне сказал Лира. Я полагаю, у него своя Лира какое-то имеет значение. Ладно, хорошо. Но у меня нет он таких знаков. Не он сказал рядом. Он сказал рядом, да. Слушаю тебя. Посмотри, пожалуйста, что мне с ним делать. Я все забрал из голограммы. Она стоит в клетке, и гуманоид тоже там находится. <с>: the <them> красиво. Забираем его и голограмма тоже. Благодарю тебя. Не собрались. Отлично. Значит, клетка у нас пустая сейчас, да, Вера? Посмотри. Пустая. Отлично. Поехали по частотам. Готово. Хорошо, мы закончили чистку, Аркадий. Как вы себя чувствуете? Трансформацию чувствую. Я как воин, богатырь, защитник, большой, Отлично. сильный. Очень хорошо. Будем возвращать вас назад в биоробот, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Обратитесь к нашему администратору Ольге. Ольга даст вам текст манифеста а также объяснит, как выглядит мир для того, чтобы вы ставили себе защиту. Свои цифры 380% энергии 27 Гц вы слышали. Вам надо заправляться каждый день этими энергиями, представлять, как они поступают в вас, и потом давать команду, синхронизируется энергии вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Вы всегда будете иметь высокую частоту вибраций, и сущности не смогут так легко зайти в ваше биополе. Работайте над собой, поднимайте свою осознанность. Мы закончили. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Аркадия в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой из вилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими, тонкими телами. Готово. И отключаемся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Я на месте.